Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке», коротко о погоде. Минус 18 градусов. Давление 751 миллиметр, влажность 72,7%, долгота дня 5 часов 42 минуты. Погода дерьмо, едем на рыбалку. Курс на Лима с ручьев 60-40 рублей за килограмм, с правого берега 70 рублей за килограмм. Бензин без измены 66 рублей за литр 92-го. Едем на рыбалку. Ну что, друзья, 11-я серия сериала «Черная дыра». Сразу извиняйте за звук. Поролонка у меня порвалась. Ветер сегодня. Сейчас не знаю, когда придут заказы. Заказывал пару шкурок на камеру поролоновых. Будем ждать с наживкой. Сегодня, блин, прям дерьмо капитальное. За 2 часа я даже на перемет не наловил ерша. На пару крючков не хватит. И то там еще пришлось взять 3 окунька. Что-то ерш отказывается клевать. Натяг сегодня перемета капитальный. Опа! Первый пришел. Или течение усилилось, или на Лим просто попал. Что, 3 дня не смотрели? Погода у нас опять чудит. Вчера с утра было минус 42. Сегодня, вон сами видите, 18. Смотри, что есть на Лимчике. Народ вчера дорогу пробивали на ручей. Маленько, говорит, вроде поймали. Уже основная масса на Лима с ручьев уходит. Уже не так много, конечно, сейчас. Уже маленько поздновато. Но, говорит, добыли сколько-то там. Сразу цена на Лима упала. А вот этот наш налим так и будет в своей цене. О, плавает, смотри, что. Оба, отцепился. Почти, блин, почти свинтил. О, что у меня тут, ёрт живой остался. Оставляем. На, я только мороз отошел сразу. Ветер вон дунул, тоже не особый кайф. Так, вчера я не поехал, ну и нафиг, холодно таскаться, тем более наживки не было в садке. Что, сидеть ее в минус 42, да ну ее нахрен. Мы и так вон сегодня, смотрите, без напряга приехали. Наловили. О, китикет еще идет. Подошел на Лимчик. Маленько. Ох, сидит плохо. Ох, какой. Отдай крюк. Стоять. Расшевелился тут. Черномазый какой, Обама попал. Даже пузо вон пятнистое все, красивое. Блин, успел запутать тут мне. Ладно, разберемся. Красивенький налим, а? Прикольный прям. Так, едем дальше. О, еще есть. О, минус
минус один. Животине. Вот когда налим есть на перемете, сразу чувствуется. Стащила его. Вот еще один минус. Этого обсосали. Маленького. Обсосал, но не остался. Ворону оставим. Ой, еще идет. И на этом, друзья, все. Что сегодня самое классное, это то, что на весь улов есть заказ. Давай, Катя, птички на радость. Пускай ворон птицу жрет. Так, ладно, теперь разбираться надо со всей этой кучкой. Извините, говорю, друзья, сразу за звук. Как-то сегодня так, наверное, не знаю, насколько забьет. Заказал поролонки, а эту почту нам возить перестали. Сейчас будут возить один, максимум два раза в месяц. Самый красивый налим сегодня, самый, по-моему, крупный. Ну, стандарт сегодня вообще неплохой попал. Блин, настроение подняли. Отлично. Так, еще котам надо оставить. Свеженького порезать. Плохо, но надо что-то надо решать с наживкой, где-то искать другое место. Это что-то совсем тоскливо. Налим живой, смотрите, жабры уже почти белые. Видимо, задел жабру. Кровь стекла. Вот этот, говорю, прикольный налим. Сейчас уже не видно, но он такой прямо бама. Так. Ладно, что получается у меня? Один крючок, наверное, пустой останется, без наживки. Надо чуть-чуть не свинтил. Беглец. Так, это минусовой. Сейчас самое хреновое в этом процессе — это наживить на ветру. Что есть, то наживим. Окуни, не окуни, ерши, не ерши. Все же какая-то наживка будет. Налим у нас почему-то не любит окуня. О, сразу на дальний крючок окунь попал. Да, слабое в этом году течение. Может тоже на налима повлиять. Когда Енисей заторошенный, налим больше сваливает оттуда, с варватера, ближе к берегу.
где течение послабже. О, опять окунек попал. Что в том году вот это и происходило. Налим клевал без перерыва. Можно сказать, весь сезон шел отлично. В этом году может быть по-другому. К икромету придет, все равно никуда он не денется. Стабильность. Так. Течение начало маленько помогать. Но, блин, не особо, конечно. Ладно. Так. Еще окунек. Вон три окунька, по-моему, было. Смотал мне тут маленько в кучку. Разберемся не в первый раз. Пока не ставлю ни новый перемет, ни продольник, потому что, друзья, сами видите, с наживкой беда бедовая. Времени у меня мало. Надюшка дома на больничном. Витек на больничном. С утра мне он на работе достается. Лопати, снега целая куча. Опять задаются вопросы, кем я работаю. Работаю я, друзья, дворником на стадионе. Все так же, безизменно. Так. Ну ладно, что? Надо идти за прогоном, подтягивать, и потом продолжать дальше наживлять. Вот и все, друзья. Такой вот коротенький отчетик для вас с Енисея, с черной дыры. 11 серия. Сериал продолжается, хоть не каждый день, но он будет продолжаться. Всем не хватает чешуи на ваших водоемах. И до встречи, друзья, до встречи на реке. До встречи у этой черной дыры.